Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы с вами разберем рывок в полуприсед с плинтов. Сразу же рекомендую посмотреть мое давнее видео про рывок классический с плинтов. Ссылка на него будет чуть выше и в конце видео. Ну а сейчас мы рассмотрим рывок в полуприсед с плинтов в двух вариациях. В первом штанга будет располагаться на уровне ниже колен, то есть с низких плинтов. На старте плечи располагаются впереди грифа, таз не сильно задран. Съем производите ногами, не задирая таз, при этом держа накрытие до момента подрыва. Принимайте снаряд в положение полуприседа, при котором таз находится выше уровня колен. Второй вариант предполагает расположение штанги выше уровня колен. В данном варианте не облегчайте себе тягу отвалом плеч назад при старте. До момента подрыва обязательно держите накрытие. Когда плечи впереди гриф, съем штанги производите плавно. Не следует резко рвать с исходного положения. Новичкам рекомендую с 70% весами выполнять до 3 повторений в подходе, до 90% от 1 до 2 повторений. Благодарю вас за просмотр, друзья. Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Всем здоровья и удачи!